Мы уже говорили о том, что в республике будут проиндексированы социальные выплаты почти на 9,4%. Сейчас разрабатывается механизм, в соответствии с которым разные категории граждан получат выплаты в увеличенном размере. Кстати, индексацию не проводили уже 3 года. Анна, Изабелла, Ильяна, Вениамин, Елизавета, Матвей и Семен. В семье Пороскунов 7 детей. Старше 17 лет, а младшим только 7. Они хорошо учатся в школе, и у каждого свое увлечение – музыка, спорт. Семья Пороскунов награждена орденом «Родительская слава» за заслуги воспитания детей. В Чебоксары Николай и Дарья приехали 17 лет назад. Как многодетным родителям им дали 2 трехкомнатные квартиры. Глава семьи отмечает разницу в выплатах, что были 3 года назад и сейчас. Ну вот примерно ежемесячные пособия я получала где-то 7-900 на всех детей. Ежемесячно. Примерно это вот было в том году еще. 8, даже до 8 уже подняли, 8 с чем-то. А сейчас мне предложили заключить в совете соцконтракт на ежемесячную выплату в сумме 10 300 с чем-то. Увеличенные ежемесячные социальные выплаты получат разные категории граждан. Труженики тыла, ветераны труда, репрессированные лица, многодетные мамы, сельские специалисты, работающие на селе. Кроме того, будет увеличено вознаграждение опекунам и приемным родителям. В рамках законопроекта в целях социальной поддержки населения были дополнительно предусмотрены достаточно серьезные ресурсы – около 2 миллиардов рублей. Забота государства коснется нескольких сотен тысяч людей. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.